Дорогая многоуважаемая Антонина Петровна, от имени главы городского округа Химки Дмитрия Владимировича Волошина, от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поздравляем вас с юбилеем, желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы навсегда радовали своей активной жизненной позицией. Да. Примите эти цветы, пожалуйста. Возьмите вот этот продуктовый набор. Ой, спасибо. Да. Бабушке не донести, да. И поздравления от главы. Поздравительный адрес от президента России и главы городского округа получила ветеран Великой Отечественной войны Антонина Петровна Полякова. В этом году женщина отмечает 90-летний юбилей. В гости приехали внуки из Сталина и Вологды. За чашкой чая женщина вспомнила свои молодые годы. Закончила техникум агрономический, проработала. Да, единственного дня по специальности. Угу. Управление работа. Это вот я, это вот сынок. Сегодня в силу возраста Антонине Петровне необходимо медицинское наблюдение. С этим помочь обещала администрация Химок.